сейчас на Станиславской там где-то 50 квадратов. Слушай, ну... А ты выглядит теперь, как будто это на контест типа собиралось. А мы скидываем деньги, чтобы устроить контест имени тебя, Борис. Вот. Да нет, дрин контест надо говорить. Дрин контест имени тебя, да, это другое дело. Это как настоящий контест, только дрин контест. Ребята, нужно больше золота. Дайте денег. Ребята, дайте денег. Hey, Palace. Денег дайте. А можно было по сотке скинуться и были бы рады, пацаны, реально. Это контест, для кого-то такова жизнь. А так, конечно, жаль. Как ты не будешь сейчас таким вообще ебанутый? Шотами понял по 100 граммов. Ты, блядь, прикалываешься, рассказывай. Да, только не целиковый, типа шот водки, а 50-50. Завтра хочу быть в форме. Как думаешь, с такими тучами дринк-контент будет сегодня? Сокольников. Чуваки, тут кто-то остается же, да? Нужен кто-то, кто нам позвонит, если вы решите прям съебывать и дождь начнется. А куда ты? В магазин. У меня большой нос тут? Дрин контест. Демма, нига, ёп! Сейн-пир, улик, мас, пока! Это ты жене будешь рассказывать, чё это плавно там. Сейн-пир, всех натягивает. Я думал, кто пострел придет. И составим состав. Четыре должно быть. А что, не мешайте ни хуя. Че, можно пролезть? Дайте пять. Вот,
спасибо, спасибо. Ты снимаешь? Белгород. Я снимаю. Белгород. У меня нормальная Италия. Да, похоже на то. Пиздец, там мча. Катаюсь тут на жопе, блядь. Разъебал!
жаль. Она, короче, вот здесь вот так. Туркин не оставляет шансов никому. Готов к ракетному залпу. Только ушиб, можно поддержать. Антоху честно из ФПБ. Пойдем, если не тот дам, приложишь в голове. Московского стрит-контеста!
место! Нахуй! Красава, блядь. Я, сука, сказал еще после прошлого финала, что этот год, блядь, мой будет. Этот год Егора Логина поддержит, друзья, Егора Логина! А что он сделал, вы видите, в отчете от Бориса Гайслера? Нормально? Талисман стрит-контест. Андрей, нормальный контест. Нормальный контест. Нормальный чувак говорит, блядь, все нормально. Да неплохо, не передается. Не передается. Не передается вообще. Ты везде сделал. Это все трючки арбуза, говорят. Так что это. Спасибо. Спасибо, давай этим скейтерс.ру всем быстрее. Спасибо скейтерс.ру, магазину Roller Club, бренду ННХ за мерч. Федерации Обнинска, Федерации роллербейдинга Москвы. Спасибо Патрику. Спасибо Борису Гайстеру, что все организовал и вел первый тур. Спасибо за съемку Витьку. Спасибо вам за внимание. Давайте похлопаем. Не придется обратно дорогу палку стрелять, ништяк! Бля, пиздец, чувак. Я думал, что ты возьмешь. Я думал, что ты возьмешь.